Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Снимаем свой сюжет в Илимском районе Пермского края. У нас такая вот погодка, все уже почти растаяла, снег местами еще лежит. Вот сегодня первый раз выгнали гусят погулять. Вот двое гусей уже гуляли в том году, зимой мы их не выпускали, они у нас в помещении сидели. А вот 11 гусят, которые у нас, которым скоро будет 2 месяца, вот вышли первый раз, у нас такие лужи стоят, будут нарадоваться, купаются, чистятся, потому что им там места маловато, где они у нас сидят. Подросли, и уже им очень тесно. Вот такие вот у нас гуньки. Еще у нас взрослые гуси, пока мы их не выпустили. Выпустим попозже. Еще выпустили козу, она бодается, поэтому мы ее наказали. Привязали ее к столбу, к линии электропередач за рога. А это, наверное, делать через ошейник, но ошейника пока нет. Сделали так. Так, и выпустили баранов нашего Валентина. Валентин. Ох ты, бегает, радуется, бодается. Малыш, бодается. Вот. Все у нас гуляют. Такая вот у нас красотища. Потом схожу в свой сад, посмотрим результаты зимовки. Сделаем заключение какое-то. Но это попозже. Пока надо делать дела всякие. В отпуске. Я в отпуске. У нас вон Яшка тут привез с собой из дома. Азиата. Алабая. Маковка мой. Красавец. Но он не приучен к животным. Поэтому пока будет сидеть на цепи. Так, когда животные не будут гулять, мы его будем отпускать. Где Валюшка, да? Валентинчик. Валентинчик наш. Красавец Занинский. Так вот, такая красотища. Гуньки плавают. Нравится им. Купаются, плескаются. Красотища. Ладно, до скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Пока.